Управляющая компания «Домжилсервис» обслуживает 39 домов в различных районах города. Сотрудники компании теперь не только моют в домах полы и окна, но и проводят ежедневную дезинфекцию подъездов. Более тщательно теперь проводится обработка и общедомовой собственности. В емкостях у специалистов по уборке обеззараживающие растворы. Они содержат хлор, спирт и современные антисептики. Все, подоконники, окна промываются, перила, решетки перила, радиаторы, плафоны. Двери входные, лифты ежедневно промываются, все кнопки обрабатываются. Вот этот вирус нас нисколько не подбил, так как мы регулярно все это обрабатывали, но мы никогда не использовали пустую воду. И если пол по старинке моют с использованием хлора, то для протирания поручней, дверных ручек и подоконников используют 70% изопропиловый спиртовой раствор. При этом суммы за уборку в счетах «Домжилсервис» остались прежними – менее 100 рублей в месяц с одной квартиры. Управляющая компания постоянно следит за качеством выполняемых работ. То есть на каждый подъезд один человек, который убирается, с которым можно спросить за его уборку. И мы, можно сказать, круглосуточно находимся на связи со всеми жителями, со всеми собственниками. Клининговая компания «Чисторитет» предложила свой способ дезинфекции помещений с помощью озона. Этот аппарат вырабатывает чистый О3. На обеззараживание офиса понадобится около получаса. По словам специалистов, озонирование дезинфицирует помещение в 20 раз быстрее, чем хлор. В природе не существует микроорганизмов, бактерий, вирусов, в том числе форм коронавируса, устойчивых к озону. Они все разрушаются. Эстетика состоит в том, что после себя он не оставляет никакого налета, в отличие от распылительных способов обработки. Чтобы определить интенсивность озонирования, технолог компании оценивает объем помещения. Для этого используется электронная рулетка. Таким образом, специалисты рассчитывают время и интенсивность подачи озона. По словам специалистов, помимо дезинфекции, озон устраняет неприятные запахи в помещении. После воздействия на все контактные объекты газ бесследно распадается. Через 4 часа сотрудники компании уже могут начать работу в обеззараженном помещении. В компании «Чисторитет» утверждают, озонирование – самый безопасный и антиаллергенный способ дезинфекции офисов и магазинов. То есть этот газ, он заполняет все пространство и, соответственно, обрабатывает и воздух, и предметы со всех сторон в 3D формате. Клининговая компания «Чисторитет» занимается уборкой помещений, химчисткой мебели и дезинфекцией. И в условиях сложной эпидситуации призывает руководителей организаций и жителей города позаботиться о своих близких, клиентах и сотрудниках. Григорий Кошкин и Олег Маньков. Губерния 33.